Шахрутдинов, Красноярск. 66 килограмм, wrestleback. That'll be awesome. So I don't like every time you try to be okay, the Russian person will start cracking up. Как мы уже несколько раз повторяли, в этих схватках определятся участники малых финалов. И проводить эти утешительные поединки может быть еще сложнее, чем предварительные схватки, поскольку победители в каждой утешительной схватке, вот сейчас первый круг идет утешительный, должны утешаться, то есть проводить по три схватки перед тем, как оспаривать бронзовую медаль. И между этими схватками перерыв всего лишь, чаще всего, не превышает 15 минут. Представьте себе, 4 схватки в течение часа с все более и более сильными борцами. Потому что каждый раз приходится преодолевать сопротивление борцов, которые выбыли уже перед финалом. Такова высокая ценность даже бронзовой медали, не говоря уже о золотой и серебряной. А мы хотели бы вам напомнить, что в финале за первое место и звание чемпиона России будут встречаться 66 килограмма Арсен Маиров, Кабардино-Балкарская республика, будет оспаривать первое место с представителем команды Чеченской республики Расулом Джукаевым. 74 килограмма Александр Гостиев, представляющий команду Республики Северная Осетия Алания, будет бороться в финале с Денисом Царкушем, Московская область, ЦСКА. Ali Aymazov.
На ковре большой по периодам равный 1-1 в красном трико Азрин Байчура, Карачаево Черкесская Республика, в синем трико Баир Ильин, город Иркутск. Thank you.
screen the review. На ковре победу одержал Борис Ильин, Иркутск. Thank you.